На улице Полевой у дома номер один водитель-женщина, управляя автомашиной Kia, не учла дорожные и метеорологические условия и выбрала такую скорость, которая не обеспечила ей постоянный контроль за движением машины. Kia врезалась в стоящую автомашину ГАЗ. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир Kia, которая была не пристегнута ремнем безопасности на заднем сиденье, получила открытый перелом верхней челюсти, перелом костей носа и другие травмы. Пострадавшую врачи осмотрели и отпустили домой. Всего на прошлой неделе сотрудники ГИБДД зарегистрировали 8 ДТП с материальным ущербом, из них одно ДТП с пострадавшим. На дорогах города выявили 87 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Теперь мошенники могут не только позвонить по телефону, но и прийти к вам прямо домой. Такие случаи зафиксированы в регионе. О липовых сотрудниках пожарной безопасности предупреждает Главное управление МЧС России по Нижегородской области. Мошенники приходят в квартиры и частные дома нижегородцев и представляются сотрудниками МЧС, требуя проверить помещение на соблюдение требований пожарной безопасности, а также предлагают купить противопожарное оборудование. Обманщики могут прийти как в гражданской одежде, так и в форме МЧСников. Настоящий сотрудник МЧС при проведении любых проверок или профилактических мероприятий находится в форменной одежде с установленными знаками отличия. И при обращении с гражданами обязаны предъявить служебное удостоверение, на котором в обязательном порядке указывается фамилия, имя, отчество, должность и структура, в которой данный человек работает. На каждом подлинном удостоверении сотрудника есть индивидуальный номер и гербовая печать. Также должностные лица МЧС России не занимаются предпринимательской деятельностью, поэтому не могут продавать гражданам какое-либо оборудование. Если вы столкнулись с подозрительными людьми, которые выдают себя за сотрудников противопожарной службы и предлагают платные услуги, звоните по телефону 102. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.